Ребята, я не знаю, как это объяснить, но я только что встретила Брэда Питта. Йоу, хей, это Маша Вэй. Я на самом деле не очень люблю разговорные видео, но дело в том, что я приехала из Америки, я привезла кучу всего, я увидела там Брэда Питта. Поэтому сегодня я решила все-таки заснять видео, где я говорю, где я вам что-то рассказываю. Поехали. Следующее хочу показать, это вот такая офигенная майка. Смотрите сейчас, что будет. Раз, два, три. Это летняя коллекция Faberlic, она прямо сейчас продается. Еще одну я купила. Я в ней как раз лежу на обложке каталога Faberlic. Это моя первая обложка каталога Faberlic, я вообще не верю. Эту фотографию мы сделали не специально. Я просто лежала на земле, пьяная, валялась. И фотограф в этот момент, он то ли там настраивал свет, настраивал камеру, он просто сделал вот этот снимок. Это поставили, блин, на обложку. Итак, у меня в руках летняя версия Beauty Box от Faberlic. Давайте уже посмотрим, что там внутри. Так выглядит сама коробочка Faberlic, которую вы тоже можете заказать и туда наложить кучу всего. Первое, что я хочу показать, это новинка. Консилеры. Ура, они появились в линейке Beauty Box. Посмотрите, тут 4 разных оттенка. Первый, это для тех, у кого такой розоватый подтон. 3 остальных, они более такого телесного бежевого оттенка. Наносятся они очень легко. Главное выбрать подходящий для себя оттенок. Лично мне, так как сейчас лето, подходит больше всего 3-й оттенок. Он очень классно маскирует всякие темные круги, всякие неровности. Это прям мой фаворит. Еще одна новинка, то, что мне очень понравилось, это вот такое наливное средство. И ее можно использовать и как румяна, и как средство для губ. Ты его вот так открываешь просто и можешь легко нанести на губы. Очень круто пахнет персиком или личи. Следующее, то, что идет в коробке, это иллюминайзер для лица. Я в него просто влюбилась. Это штука, которая создает эффект сияния на коже. И несмотря на то, что тут написано, что он для лица, на самом деле его можно наносить везде, где вы хотите. У него вот нет какого-то определенного цвета, то есть он подходит любому тону кожи, но он делает вашу кожу просто красивой. И причем он сейчас стоит всего лишь 299 рублей. Можете проверить на сайте, ссылку я оставлю на него под видео. Кстати, иллюминайзер можно еще смешивать с тональным средством Feel Fresh, я уже его показывала. Придавать сияние коже и плюс к этому сразу маскировать какие-то недостатки. Так что я советую брать в комплекте. Это мелки для волос. Они просто офигенно круто смотрятся на волосах. Будь здоров, Татош, вот, это правда. Легко наносятся, потому что они выглядят как утюжок для выпрямления волос. У меня было видео, когда я красила себе волосы в разные цвета. Я заказала мелки, нанесла их, было очень красиво. Но потом эти мелки еще не смывались у меня неделю. Они просто въелись в структуру, прямо в мои волосы, и я с этим ничего не могла сделать. Вот с этими мелками такого ужаса нету. У меня есть, наконец-то, белые флеш-тату, о которых я мечтала. Белые татуировки — это вообще что-то новое, они смотрятся просто очень круто на теле. Я себе так давно хотела, я не могла их найти. Дальше тут есть лип-тату. Это не та вот страшная пленочка, которую вы все заказывали с Алиэкспресса. Это тинт для губ, который будет держаться у вас весь день. Вы наносите ее на губы, можете потом промокнуть, можете не промакивать, и все. Мы ради интереса просто нанесли тинт на руку и стерли его влажной салфеткой. Точнее, не стерли, а он остался на руке. И причем вот первый цвет, который мы нанесли, был ярче. То есть это реально штука, которая будет с вами целый день. Я вам очень советую, она есть в разных оттенках. Зайдите, посмотрите. Следующее, то, что идет в бьюти-боксе, наклейки на ногти в виде эмоджи. Мне кажется, что эмоджи — это то, что вот никогда не выйдет из моды, будет актуально, по крайней мере, еще очень-очень долгое время. И она наносится просто за 1 секунду и остается с вами, насколько вы хотите. Пока ноготь не отрастет, не отвалится. Покажу лаки, они сейчас в новых оттенках Candy Nails, вот такие малыши. Там есть и матовые, и глянцевые, и со спецэффектами. В общем, выбирайте, смотрите, какие вам нравятся больше. Но цвета очень классные. Я вам не показывала этих матрешек. Это бальзам для губ. Я его даже привозила в Америку и дарила всяким моделям. Они все такие: о, это так красиво. Вот эти вот матрешки, это с запахом колы. А вот это уже новые матрешки, они пахнут ананасом. Эта матрешка у меня все время с собой. Я даже когда с Татошей иду гулять, она у меня постоянно лежит в кармане. Вам уже знаком этот патч для губ, я его показывала. И тушь Fly Lashes. А вот аромат идет новый, смотрите, он теперь салатовый. Называется он по-французски Sorbet Jolie. Смысл в том, что его сделал
французский парфюмер, как только ты наносишь вот этот аромат, у него, ну, там первые 10 секунд верхние ноты — это ягоды, что-то такое свежее. И после этого, буквально там через какое-то время, вы можете походить вот так, понюхать, он начинает раскрываться абсолютно по-другому. И проявляется пудра, такой пудровый запах, нижние ноты. Это мускус, сандал и кедр. С одной стороны, это очень свежий такой аромат, но с другой стороны, если к нему принюхаться, он получается такой достаточно секси. Последнее, что я вам сегодня покажу, тени, потому что это новая палетка, не такая, как была. Палетку вообще стоит купить только из-за того, что тут матовый черный. Это просто моя любовь и любовь, наверное, всех, потому что он все время пригодится. Мы получаем палетку натуральных оттенков, то есть два сатиновых таких светлые и два матовых темные, из которых вы можете сделать по-настоящему красивый макияж глаз. И если вы хотите добавить какого-то цвета, то вы как раз можете добавить что-то посередине. В один прекрасный день я была в Нью-Йорке одна. Я грустила и искала, где поесть. Иду по улице, и я вижу огромное количество людей. Они что-то там стоят, кричат. Я решила задержаться и такая с прищуром стою и пытаюсь понять, что там происходит. А самое еще трудное было то, что ты не мог там долго стоять, потому что полицейские абсолютно всех прогоняли. Если вы не папарацци, если у вас нет ID, то вы не можете тут стоять. Я думаю, ладно, пофиг, если меня сейчас арестуют, то пускай арестуют, я хотя бы постою, посмотрю, что происходит. И тут я понимаю то, что я каким-то образом просто гуляю по Нью-Йорку вечером одна, не в выходной день, попала на премьеру фильма. Фильм назывался «Окджа», я не знаю, как он будет называться по-русски. Там был и Джек Джилленхилл, там был чувак из «Ходячих мертвецов», там была Лили Коллинз, там была моя любимая женщина, которая вот эта инопланетянка Тильда Свинтон, она и в жизни выглядит так же. Я такая щурюсь, думаю, нифига себе, и тут проходит Брэд Питт. Как это вообще реально? Что? Проходит мимо, всем машет, я судорожно жала на кнопку, чтобы сфотографировать его, там все кричат «Брэд Питт». Я никогда не фанатела, вот чтобы прям по кому-то. Я не думала то, что я буду фанатеть по Брэду Питту, но тут у меня к нему такие чувства появились. Я секунду увидела, до сих пор о нем думаю, стыдоба. Напишите, встречали ли вы кого-нибудь в своей жизни или видели кого-нибудь знаменитого в своей жизни, потому что это классное чувство. Я вам всем желаю встретить кого-нибудь этим летом, чтобы оно вам запомнилось. Короче, да, ребят, это мои истории на сегодня. Делайте репосты этого видео на моей странице ВКонтакте, и мы подарим счастливчикам коробки вот такие со всеми средствами, которые я сегодня показала. С вами была Маша Вэй. Пока-пока.